Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу «Фармак». Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Ми пам'ятаємо, що саме зараз Росія задіяла всі свої консерви в Європі, в Америці, по всьому світові, так, для того, щоб посадити Україну за стіл перемовин, щоб заморозити, як вони це називають, спеціальну військову операцію, цей конфлікт, чи, як пишуть деякі медіа, українську кризу, так ще в Китаї говорять, просто для того, щоб зберегти так, те, що вони захопили зараз, як повідомляють так звані російські дипломати, ну просто маємо, Україна має визнати нові географічні реалії, так вони говорили і тоді, коли була захоплена майже вся Харківська область, ну велика частина Харківської області, був захоплений Херсон. Оце визнати географічні реалії, це постійна така мантра, яку використовують рашисти, російські окупанти. І от як результат цього ми бачимо міжнародний саміт за мир в Україні. От саме зараз він відбувається у Відні, в Австрії. Про те, що це за саміт і про що це нам свідчить, ми будемо говорити з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Антон Шиховцов. Він є політологом, знаходиться саме у Відні, в Австрії. Пане Антоне, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, Олексій, привітаю. Спасибо за приглашення в ефір. Ну от є такий саміт, так? Подивився я його програму, єдине, що, здається, там навіть не було оголошено місце, де воно проводиться. Я думаю, що тут є в цьому, як це можна пояснити, чому так відбувається. Я подивився, значить, на хто там спікери, подивився, яка в них адженда, вибачте за англіцизм, але... Там все починається, наприклад, з привітання такого американського філософа, можна сказати, Ноама Хомскі чи Ноама Чомскі, по-різному його транслітерують. Це людина, яка постійно каже про те, що ну, США ж всіх бомбило і зараз НАТО винне. Що ви розумієте про цей саміт? Як таке можливо, що саме це відбувається в столиці однієї з європейських країн? Да, ну давайте начнем с того, что они раньше, вся эта организация, они планировали провести этот саммит в одном месте, в здании, которое имеет отношение к профсоюзам австрийским, но из-за того, что и украинские дипломатические структуры, и вообще как бы некоторая активистская деятельность произошла, это привело к тому, что у них забрали это место проведения буквально за 2-3 дня до начала, собственно, этого саммита. И им пришлось срочно искать новое место. Они его нашли. Я думаю, что там это примерно и проходит сейчас этот саммит. Но они были даже готовы там, в каком-то просто публичном парке провести свое заседание. Почему Вена? Они сами объясняют это так, и, собственно, ну, можно сделать тоже некоторые выводы. Австрия — это нейтральная страна, она не является частью НАТО, она не входит в НАТО. А большинство людей, которые задействованы в этом саммите, они, прежде всего, они не за мир, они против НАТО, против так называемого американского империализма и против зачастую и как бы западного капитализма и вообще вот некоторые идеи Запада, да? Это их основное. И учитывая некоторую особенность Австрии, особенности истории Австрии, вот они решили провести этот конгресс именно в Вене, которая, как возможно вы знаете, также считается столицей европейского шпионажа. Так, ми пам'ятаємо, і здається, що, в принципі, у Відні навіть хизувалися цим. Дивіться, скільки в нас різних секретних агентів. Ну, тобто, це, ну, така була таємниця Полішинеля, що там багато різних спецслужб. Слухайте, ну, от ми бачимо, як сильно змінюються настрої в різних європейських країнах, які вважали себе нейтральними, ну, багато років, так, займали саме таку позицію. Після того, як ми побачили широкомасштабне російське вторгнення в Україну, побачили масштаби, знову ж таки, варварства, так, того, як ведуть цю війну росіяни, як вони вбивають, гвалтують, мародерять. Далеко за прикладами ходити не треба. Фінляндія, Швеція, нібито нейтральні країни. Зараз Фінляндія вже у НАТО, Швеція, ну от, очікує від Туреччини підтвердження того, щоб приєднатися до Північно-Атлантичного альянсу. Так от, антинатівські настрої в Австрії, наскільки це актуально?
Ну, я бы прежде всего хотел здесь сказать, что необходимо различать нейтралитет различных европейских стран. Есть нейтралитет, был нейтралитет, да, Швеции и Финляндии, но этот нейтралитет коренным образом отличался от нейтралитета, скажем, Швейцарии и Австрии, где военный нейтралитет вот в этих двух странах, да, Швейцария и Австрия, закреплен на конституционном уровне. А Финляндия и Швеция никогда не были, собственно, нейтральными к тому, что происходит в мире. Они все-таки четко были на стороне Запада как такового. И никто никогда не думал, что, знаете, Швеция вдруг в случае какого-то военного конфликта между, скажем, там, советским или там, постсоветским неким блоком, да, и Западом будет на стороне Советского Союза. Это все понимали в холодную войну, на какой стороне находится, в принципе, и Швеция, и Финляндия. Со Швейцарией и с Австрией немножко сложнее. Они, особенно, наверное, Швейцария, но отчасти также и Австрия, они относятся к этому нейтралитету как такой причине, да, не вкладываться, не инвестировать экономически или даже политически в какой-то степени в те или иные события, которые происходят. Да. Вот Австрия, например, отказывается как-либо помогать военным путем Украине. То, конечно, есть большая дискуссия о том, чем, собственно, Австрия могла бы помочь. Я думаю, что как раз ничем она не могла бы помочь, да, в отличие от многих других стран. Но антинатовские настроения в Австрии сложно замерить. Но я могу сказать, что не было никогда, наверное, за всю историю послевоенной Австрии такого, что больше 50% австрийцев поддерживали бы вступление их страны в НАТО. Вот если можно так говорить, если это можно хотя бы считать отчасти антинатовскими настроениями, то, конечно же, это здесь поддерживает, наверное, большинство, как бы, то, что Австрия не должна быть частью этого военного блока. Но, опять же, тут еще такой важный момент, да, который австрийцы сами часто, наверное, забывают. Австрия практически полностью окружена странами НАТО. Есть, конечно, граница с Австрией и с Люксембургом, но в основном это полностью окружение странами НАТО, в связи с чем Австрии фактически не нужно беспокоиться о своей безопасности. Быть окруженным странами-членами НАТО — это такой хороший залог как раз безопасности. Поэтому и армия австрийская — это нечто такое, ну, немножко бесполезное в какой-то степени. Да? Но и вот, да, есть такой в политической культуре Австрии есть такой момент такое неприятие вот этого военного блока, что еще раз делает Австрию и Вену некоторым удобной площадкой для подобных проросійських ініціатив. Ну, знаєте, якщо повертатися до цього саміту, так, з якого ми почали нашу розмову, ми бачимо, що там також є і представники України, так? Це або люди з українськими іменами, вони можуть проживати вже не на території України, вони можуть представляти різні рухи. Ми про них трошечки поговоримо ще, але я бачу, що саме от таку панель за участю українців, так, модерує такий цікавий дуже персонаж, австрійський медійник, його звати Лео Гебріел чи Габріель. Це людина, яка серед іншого їздила на окуповані території Донбасу, ці так звані ЛДНР, звідти репортажі писала. Здається, також, як це називається, дуже переживає за народи Донбаса, яких, звичайно ж, дуже сильно потерпають від київського фашистського режиму. Розкажіть нам про цього Лео Габріеля, хто це, що це, яку репутацію ця людина має в Австрії? Ну, ви знаєте, давайте я спочатку скажу то, що от із тих імен, які я знаю, да, на ті, які я бачив в програмі, ні один із цих людей ніколи, собственно, не виступав з каких-либо нейтральних або проукраїнських позицій. Тобто, фактично, ці всі люди, які так или іначе критикували Україну, и задолго до февраля 22 года. Да, то есть для меня идеологический, политический крен всего этого мероприятия, он совершенно очевиден, это прокремлевский, абсолютно прокремлевский крен. И как раз вот наличие всех этих людей, скажем, которых я вот не, вот сразу, да, могу узнать, что это за люди, это очевидно. Но я хочу сказать, что с австрийской стороны
И, наверное, это было бы неприятно услышать самим организаторам этого саммита. Это абсолютно маргинальные люди представлены. Там нет никакого, ни одного значимого имени, которое даже мог бы там сравниться по популярности с тем же там, Нуам Чомским или представителями даже какими-то американскими. То есть я конкретно не знаю, что это за Лео, там, Габриэль. Но, вот, опять же, да, это какие-то вот маргинальные активисты, которые, конечно же, имеют, может быть, там, поддержку 10-20 человек в Вене, которые могут, конечно, собрать, ну, там, да, там 10-20 человек, но, наверное, не больше. То есть здесь с австрийской стороны представленность крайне-крайне слабая и ничего не представляющая из себя. Ну, тут я можу навіть назвати ці імена, якщо говорити про українців, так, от там є Ніна Потарська, вона є координаторкою Міжнародної жіночої ліги за мир і свободу, бачив її інтерв'ю у 2019 році, тобто, ну, коли війна вже тривала 5 років на Донбасі, от цитата, яка була винесена в заголовок, коли кажеш мир, відчуваєш, як у тебе летить каміння, ну, от людина просуває таку тезу, є там Юрій Шиляженко, він є, здається, секретарем українського руху пацифістів. Ми бачимо цих пацифістів, ну, так чи інакше, можна говорити, що це зазвичай якісь маргінальні ліві рухи, але ми бачимо їх у багатьох європейських країнах, і от є і представники української громади, які також сповідують саме подібні такі, я не знаю, інтереси, погляди, скажімо так. І всі вони, здається, в них дуже таке просте рішення. Треба припинити стріляти, так? Ну, от просто все, не стріляємо, далі. Сідаємо за стіл перемовин, ну, і домовляємося про те, як будемо жити далі. Як ви гадаєте, а чому навіть після того, що ми побачили в Маріуполі, в Бучі, в Херсоні, в Ізюмі, ці люди можуть вірити в те, що про щось можна домовлятися з Росією? Як от медійно висвітлюються от подібні ініціативи? Ми можемо говорити не конкретно про цей саміт, а взагалі от про таку пацифістську точку зору. Ну, это никакая не пацифистская точка зрения. Это нужно с самого начала тут понимать. Вот вы процитировали там, что говорила там Нина Потарская, да, в 2017 году. Но ведь это же человек, который происходит из таких леворадикальных прокремлевских украинских сил. Она была в движении «Боротьба», как мы знаем, после 2014 года «Боротьба» была активно участвовала в борьбе против украинских и правоохранительных органов, и против украинской армии. Да? Потом, когда эта «Боротьба» распалась, там была новая организация, которая также была прокремлевская. Да? Не все люди, которые в нее входили, там, были прокремлевские, но там было достаточно много таких. Они, кстати, поддерживались фондом «Роза Люксембург» — это немецкий фонд, который является фондом леворадикальной партии «Левые», «Ди Линке» в Украине. Это люди, и там и Шиляженко, да, и Потарская, они продвигали все время идею о том, что в Украине там, к власти пришли неонацисты, хунта. Эти же люди с 2014 года, еще до этого, они занимались дискредитацией идеи договора об ассоциации между ЕС и Украиной, если вы помните отказ Януковича подписать, который, да, привел, собственно, сначала к Евромайдану, а потом к революции достоинства. Эти люди, это они годами были заняты прокремлевской антиукраинской деятельностью. Это никакой не пацифизм, это просто такое название. Да, вот они называют себя пацифистами за мир. Это не за мир. То точно так же, как в Советском Союзе были вот эти все... Вернее, Советский Союз спонсировал европейские и американские движения за мир. Это же не были движения за мир, это были просоветские антизападные движения. Так и нужно к этому и относиться. Это там, не про Бучу, это не про там, не Гостомель, не про Мариуполь. Это люди годами еще до этого, вы вот назвали там, их консервами, да? Я даже не считаю, что это консервы. Они не скрывали свои взгляды антиукраинские, прежде всего. Да? Некоторым из них пришлось уехать из страны, что вполне было очевидно, потому что
конечно же, их антиукраинскую деятельность нельзя было бы, да, для украинских спецслужб оставить такой незамеченной. Она не оставалась для них незамеченной. Но это не про пацифизм вообще. Нужно просто вот совершенно забыть эти слова, там, пацифизм за мир. Это все операции российского влияния. Я вижу даже, вот, кто, например, на этом саммите представлен в качестве, ну, американские представители, да, это постоянные гости Russia Today, это постоянные гости других российских пропагандистских каналов. Есть там такой Денис Кусинич, который еще в 2014 году говорил, что вот в Украине пришла там неонацистская хунта, да, о каком нейтралитете, о какой-то нейтральной точке зрения можно говорить. Или там есть этот Энн Райт, которая уже несколько лет ездит и по России, но сейчас это сложно, но ездила по России, да, за этими антинатовскими, антизападными, антиамериканскими инициативами. Здесь совершенно очевидно, чем занимаются эти люди. Здесь это даже это не скрывается. Там есть в одном из мероприятий там Татьяна Жданова, которую, кстати, недавно выгнали наконец-то из Европарламентской группы зеленых и там европейских демократов, потому что она это одна из немногих, которая не осудила агрессию России против Украины даже уже после 24 февраля 2022 года. Это человек, который ездила в Сирию поддержать сирийского диктатора кровавого, да, Башара Аль-Асада. Эти люди годами занимаются агентурной деятельностью, годами являются агентами российского влияния. Здесь нету никакой серой зоны, да, здесь абсолютно чорно-біла ситуація. Тут ще цікаво, ну, звичайно, ви вже сказали, що це такий саміт, в тому числі і антинатівський, і там, ну, на самому початку там написано, що, значить, засуджують вони, учасники цього саміту, незаконне вторгнення Росії в Україну, але отут ми повністю усвідомлюємо спільну відповідальність НАТО за цей довготривалий конфлікт, як один із багатьох прикладів порушення міжнародного права. Ми розуміємо, тут знову щось НАТО порушило, але я також от ще бачу такий окремий акцент, і він видається нам тут в Україні досить небезпечним. Йдеться на такому акценті на глобальному півдні, на країнах глобального півдня, ну так його ще називають, так? Це, звичайно, і країни Африки, це і Латинська Америка, ну багато всього, там частина Азії. І наголошується на тому, що от від цієї війни страждають ці країни. І знову ж там трошечки змінені, мені здається, акценти. Йдеться не тому, що Росія вторглася, так, і тому, що Росія порушила міжнародне право, тому що скоює воєнні злочини, а тому, що, ну, просто війна йде і страждає глобальний південь. Більше того, я побачив, що серед іншого в них заявлено там відео від Лули да Сілви, президента Бразилії. Я не знаю, чи це відео, яке окремо записане для цього саміту, чи це якесь відео вирване з контексту. Я не знаю, ми цього не знаємо. Але ця карта глобального півдня, як вона може розігруватися? Ми пам'ятаємо про те, що там немає такої щільної присутності України, можливо, вони взагалі не розуміють, що це за Україна і чому вона там взагалі-то опирається вторгненню Росії. Здесь несколько моментов я хотел бы выделить. Вы, конечно же, знаете, что вот если мы говорим об ООН и о той, скажем, политическом влиянии ООН, там есть два органа, которые очень-очень важны. Это, собственно, Совет Безопасности, где есть Китай и Россия, которые как постоянные участники на данный момент Совета Безопасности, они имеют право вето. Поэтому Совет Безопасности, он в какой-то степени дисфункционален. Но есть еще Генеральная Ассамблея ООН, решение которой там имеют право голосовать все, и там нет права никакого вето. Эти решения, которые принимает Генеральная Ассамблея, также могут быть очень-очень важными для продвижения той или иной повестки. И, естественно, Россия, не только Россия, они стараются влиять на членов Генеральной Ассамблеи, а там, конечно же, очень много представителей глобального юга. Да? И поэтому, скажем, использование некоторых нарративов, которые именно они разводятся для глобального юга,
Они отличаются, кстати, от тех, которые нарративов, которые производятся для, скажем, потребления на Западе или для потребления в Украине или потребления даже в самой России. Это важно в плане влияния, да? Есть, вот, они же не будут, скажем так, проводя свои операции влияния, продвигая свои стратегические и тактические нарративы кремлевские, да, они же не будут говорить о том, что вот там в Украине какие-то неонацисты. Потому что на глобальном юге отчасти это вообще не понимают, что это такое. Они представляют Украину не столько как страну, которая, ну, пытается сделать что-то плохое в их представлении для России, да, как-то напасть или там такие республики какие-то народные оккупировать, ну или там реоккупировать, неважно. Они же понимают, что для глобального юга война между Россией и Украиной, ну это как бы белые там вот дерутся между собой, как бы какое отношение вообще глобальный юг должен к этому иметь? Это как бы не наша война, да? Но они же представляют, что это не... Украина плохая не потому, что вот она такая, да, а потому, что она часть Запада. И вот это на глобальном юге понимают, да, что вот Запад — это плохо, НАТО — это плохо, американский империализм — это плохо. То есть они используют такой момент. Еще один момент — это то, что Украина действительно фактически отсутствует на глобальном юге. Это связано с тем, что Украина, возможно, не хватает ресурсов. Дипломатические ресурсы ограничены, они прежде всего направлены на удержание или на становление, на удержание консенсуса в отношении необходимости поддержки Украины со стороны стран Запада. И здесь, да, такой довольно, скажем, неприятный момент, то, что Украина только сейчас начинает продвигать какие-то, развивать какие-то стратегии о продвижении своего собственного влияния на глобальном юге, где, конечно же, у России уже многолетние задела есть. Есть продолжение советской дипломатии. Советская дипломатия всегда была сильна в тех странах, которые раньше назывались странами третьего мира, а сейчас более политкорректно называют. Хотя это тоже не нравится многим. Глобальный юг. Но, да, там традиционно это влияние очень сильно. Украине нужно начинать... Она начала уже, но нужно усиливать вот это, попытки влиять и на глобальном юге тоже, потому что экономика и политикой, но Генеральная Ассамблея ООН, да, это там, хотя бы там, Украине, нужно иметь свое очень весомое влияние. А это происходит только через влияние стран глобального юга. Так, 100%. Ну, от маємо, ну, це не дуже свіжа новина, мені здається, більше місяця тому було повідомлення про те, що Андрій Мельник, він нині є заступником міністра закордонних справ України, до того був таким дуже ефективним послом України в Німеччині, що він може бути призначений послом в Бразилії, і, звичайно, що ми з нетерпінням очікуємо на це, зважаючи на те, ну, от наскільки активним може бути пан Мельник, і мені здається, що його енергії може вистачити, можливо, на всю Південну Америку. Пане Антоне, я вам дуже дякую за цю розмову. Антон Шиховцов, політолог з Відня в Австрії, був з нами на зв'язку. Ми говорили про той міжнародний саміт за мир в Україні, звичайно ж, який був організований дуже дивними людьми у Відні. Саме зараз він проходить в столиці Австрії. Ми бачимо, що основна така повістка цього саміту – це антинатівські, антиамериканські наративи. Говорять про те, що, ну, дуже сильно НАТО, звичайно ж, спричинило цю війну, спровокувало Росію. З одного боку, вони засуджують цю таку російське вторгнення, російську агресію. З іншого боку, все-таки акцент на тому, що от Захід у всьому винний, треба просто припинити стріляти. Я тут процитую. Ми повинні протистояти логіці війни, логікою миру. І там навіть є українські учасники, так, це люди, які багато років просували такі ліві кремлівські, антиамериканські, антинатівські, антиєвропейські меседжі в Україні. От зараз ці люди нібито представляють Україну на цьому саміті. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.